друзья, всем привет. Сегодня у нас 12 августа. Если плохое качество звука, простите, но я не смогла вам не показать это самое чистое море за все дни. Без медуз, вообще без ничего. Смотрите, оно просто идеально. Погода супер. Воды на море супер много. Все купаются. Вчера были на стрелке. Вчера были медузы. И венически были медузы. И на стрелке были медузы. Просто. Сейчас красота. Сейчас я лярву утоплю. Обед. Кстати, 2 часа или час дня, не знаю. Отпад. Вода просто. Смотрите, она просто идеальная. Просто вы все спрашиваете, какая погода. Погода супер. Комаров нет. Медуз нет. Вообще красота. Так что все на моря. Приезжайте на моря. Ребят, это вообще. Это супер. Фух. Хотела завтра записать вам ролик. Но не смогла удержаться. Смотрите, она просто как слеза. Так что все хорошо. Кто собирается на моря, собираемся. И приезжаем. Фух, людей. Все в море называется. Даже никто в обед не ушел домой, представляете? Круто. Что я хотела рассказать? Еще что рассказать? Фух, не помню. Комментариев много, что-то начиталось. Рассказать нечего, называется. Где мы вчера? Мы вчера... А, кстати, не пропустите, сегодня будет видео на канале. Очередной обзор жилья для вас, кто еще не определился, куда ехать. Сегодня будет видосик. А так все хорошо. Людей? Смотрите сами. Море. Идеально, просто идеально. Сейчас покупаемся чуть-чуть с вами вместе. И пойдем. Наконец-то мы за 2 недели попали на пляж. Пойдем хоть надо подзагореть, а то что-то сегодня, смотрю, аж побелели сильно. Мы же вообще на пляж зашли на 5 минут, сняли ролик и ушли. Красотень. Красотень. Только я в камеру не помещаюсь. Поправилась. Фух. Все, морюшка вам. Всем хорошего дня, хорошего настроения. На море тепло, погода отличная. Медуз нет, приезжайте все сюда. На Азовские моря. Потому что черная сейчас холодная. И с медузами. А Азовская тепленькая. Тепленькая-притепленькая. Так, ну все, мини-ролик записала.